Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с нижней части. Дальше вяжем мысок тапочек, верхнюю часть тапочек. Дальше вяжем подошву и задник тапочек. На спице красной ниткой набрала 90 петель. И первый ряд провязываем все петли лицевыми петлями. Первая петля кромочная и дальше вяжем лицевыми петлями. Провязала первый ряд лицевыми петлями. Следующий второй ряд вяжем так. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая. Следующую петлю провязываем тоже лицевой, только опускаемся на ряд ниже. Провязали. Это раппорт узора. И снова повторяем. Одна петля лицевая. Вторую петлю тоже провязываем лицевой петлей, только опускаемся на ряд ниже. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. Одна лицевая, вторая лицевая, но уже на ряд ниже. Третий ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Во втором ряду мы начинали раппорт с лицевой петли. Теперь начинаем с лицевой на ряд ниже. Провязываем лицевую петлю на ряд ниже. Одна петля лицевая. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна лицевая на ряд ниже. И одна просто лицевая. Провязали второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Провязала 4 ряда узором. Следующих 17 рядов буду вязать, так как вязала предыдущих 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Провязала еще 17 рядов. В следующем ряду буду вязать мысок тапочек. Вяжем 22 ряд. Первая петля кромочная. И следующих 37 петель вяжем узором. Продолжаем вязать узором. Одна петля лицевая. Одну петлю провязываем на ряд ниже. Одна петля лицевая. Одну петлю провязываем на ряд ниже. И так провязываем 37 петель. Провязала первые 38 петель вместе с кромочной. На следующих 14 центральных петлях буду вязать мысок. Вяжем первый ряд мыска. 13 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд мыска. Разворачиваем. Второй ряд мыска. Первая петля кромочная. 12 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд мыска. Третий ряд мыска. Первая петля кромочная. 12 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Разворачиваем.
Вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 12 петель изнаночных. Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд мыска. Провязала 4 ряда мыска. Следующих 4 ряда буду вязать белой ниткой. Крепим белую нитку и вяжем пятый ряд. Первая петля кромочная. И следующие 12 петель провязываем так. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала пятый ряд мыска. Разворачиваем шестой ряд. Продолжаем вязать белой ниткой. Первая петля кромочная. 12 петель провязываем изнаночными петлями. И следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала шестой ряд. Седьмой ряд продолжаю вязать белой ниткой. Первая петля кромочная. 12 петель провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала седьмой ряд мыска. Разворачиваем восьмой ряд. Первая петля кромочная, 12 петель провязываем изнаночными петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 8 ряд. Провязала 8 рядов мыска. Следующие 4 ряда будем вязать красной ниткой. Первая петля кромочная. И следующие 12 петель провязываем так. 1 петля лицевая. 1 петля изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 9 ряд. Разворачиваем и вяжем 10 ряд. Первая петля кромочная. 12 петель провязываем изнаночными петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 10 ряд. Разворачиваем, вяжем 11 ряд. Первая петля кромочная. 12 петель провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 11 ряд. Разворачиваем. Вяжем 12 ряд. Первая петля кромочная. И следующие 12 петель провязываем изнаночными петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 12 ряд мыска. Провязала 12 рядов мыска. Следующих 22 ряда буду вязать так, как вязала предыдущих 8 рядов, повторяя схему из 5 по 12 ряд. Провязала еще 22 ряда мыска. Вот такой мысок у меня получается. Дальше вяжем так.
14 петель мыска провязываем так. Первая петля кромочная и 13 петель провязываем лицевыми петлями. Следующую 21 петлю, которая осталась на левой спице, провязываем узором, которым вязали нижнюю часть тапочек. Лицевая петля, лицевая на ряд ниже. Лицевая, лицевая на ряд ниже. Лицевая, лицевая на ряд ниже. И так вяжем до конца ряда. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Следующий ряд провязываем так. Первая петля кромочная. 20 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первую 21 петлю, кромочная и 20 лицевых. Следующих 14 петель провязываем изнаночными петлями. И до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Оставшиеся на левой спице 21 петлю провязываем лицевыми петлями. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Нижняя часть и мысок тапочек готов. Дальше будем вязать верхнюю часть. Следующих 16 рядов буду вязать узором, таким как вязала мысок тапочек. Вяжем двухцветным узором. Следующие 16 рядов. Крепим белую нитку. И следующих 4 ряда будем вязать белой ниткой. Первая петля кромочная. И следующих 20 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первую 21 петлю, следующих 14 петель вяжем так. 1 петля изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая. Провязала 14 петель. Оставшуюся на левой спице 21 петлю провязываем лицевыми петлями. Провязала первый ряд верхней части, второй ряд продолжаем вязать белой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Третий ряд продолжаем вязать белой ниткой, все петли ряда лицевые. Четвертый ряд продолжаем вязать белой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 4 ряда верхней части. Следующих 4 ряда буду вязать красной ниткой. Вяжем так. Первая петля кромочная и дальше вяжем. 1 петля изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Изнаночная, лицевая. Шестой ряд вяжем красной ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Седьмой ряд продолжаю вязать красной ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Восьмой ряд продолжаю вязать красной ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 8 рядов верхней части. Следующие 8 рядов буду вязать по схеме предыдущих 4 рядов.
Первых 4 ряда провязываем белой ниткой, следующие 4 ряда красной. Провязала еще 8 рядов, следующие 20 рядов буду вязать резинкой 1 к 1. Вяжем первый ряд резинки. Первая петля кромочная, дальше вяжем. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так провязываем до конца ряда. Провязала 1 ряд резинкой. Следующий ряд продолжаю вязать резинкой. Первая петля кромочная. Следующая у нас петля идет лицевая, но ее провязываем на ряд ниже. Дальше изнаночная. Снова у нас лицевая петля, провязываем ее на ряд ниже. Изнаночная. Снова лицевая петля, провязываем ее на ряд ниже. Изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Провязала 2 ряда резинкой 1 к 1. Следующих 18 рядов буду вязать так, как вязала предыдущий ряд. Вяжем резинкой 1 к 1, только лицевые петли провязываем на ряд ниже. Провязала еще 18 рядов резинкой, дальше закрываем все петли. Закрываем петли, верхняя часть тапочек готова. Закрыла все петли, дальше буду вязать подошву и задник тапочек. Для этого нужно набрать петель. У нас осталась одна петелька, последняя после закрытия петель. Ее не закрываем. Это будет у нас начальная петля для набора петель для задника и подошвы. Начинать будем набирать с этого края, вот так, по нижнему краю и к этому углу. Набираем петли. Набираем петли красной ниткой. Набрала петли, у меня получилось 146 петель, и теперь один ряд провязываем все петли лицевыми петлями. Все 146 петель вяжем лицевыми петлями. Первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала один ряд лицевыми петлями, следующий ряд. Первая петля кромочная. И 67 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 68 петель вместе с кромочной. Дальше на следующих центральных 10 петлях буду вязать подошву. Подошву буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды буду провязывать лицевыми петлями. Вяжем первый ряд подошвы. 9 петель лицевых. 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы. Разворачиваем. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд подошвы. Разворачиваем. Вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд подошвы. Разворачиваем. Четвертый ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых.
Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд. Провязала 4 ряда подошвы. По такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, буду вязать еще 70 рядов. Лицевые ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 70 рядов. Провязала еще 70 рядов подошвы. Вот такая подошва у меня выходит. Вместе у меня провязано 74 ряда, вяжем 75 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 75 ряд. Разворачиваем, вяжем 76 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 76 ряд. Разворачиваем. 77 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 77 ряд. Разворачиваем. 78 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 78 ряд. Провязала 78 рядов подошвы. Подошва готова. Дальше на центральных 6 петлях будем вязать задник. Задник будем вязать узором рис. Вяжем первый ряд задника. Первая петля кромочная. Дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд задника. Разворачиваем. Вяжем третий ряд. Первая петля кромочная. И дальше вяжем 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночная, лицевая. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд задник. Разворачиваем, вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем 1 петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд. Провязала 4 ряда задника по такой схеме. Повторяя схему из 1 по 4 ряд, продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 6 петель. На спице у меня осталось 6 петель. Вот такой задник у меня получился. Закрываем все петли, и тапочек готов.